Всем привет! Сегодня подборка товаров с сайта AliExpress. Если вам понравится какой-то товар, то все ссылки будут в описании. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив. Селфи-стик. Это устройство вообще не нуждается в представлении, так как подобные ему заполнили большинство крупных городов нашей страны. Селфи-стик может работать с операционными системами Android и iOS. Длина селфи-стика в сложенном состоянии составляет 20 см. Если же его разложить, то длина будет 80 см. Подставка для зарядки телефона. Бывает, что нужно зарядить телефон от розетки, рядом с которой нет какого-нибудь столика или стула, и просто-напросто некуда положить телефон. На помощь может прийти универсальная подставка, которая надевается прямо на зарядное устройство, вставленное в розетку. Телефон аккуратно ложится на подставку и спокойно себе заряжается. Такую складную подставочку удобно брать с собой в дорогу, чтобы потом можно было зарядить телефон от розетки в зале ожидания вокзала или в гостинице. Цифровой таймер. Чтобы точно по времени приготовить более серьезное блюдо, понадобится и более серьезный таймер. Этот цифровой таймер максимально может засечь 100 минут, чего вполне хватает для приготовления большинства блюд. Таймер можно прикрепить на холодильник или любую другую металлическую поверхность с помощью встроенного магнита в задней панели или поставить на стол на ножку. Работает таймер от обычной пальчиковой батарейки, которая в комплекте с товаром не поставляется. Ножницы для зелени. Летом салаты с зеленью идут просто на ура. Чтобы ускорить нарезку лука, укропа, петрушки и прочей полезной зелени, можно воспользоваться этими многоножевыми ножницами. Они позволяют нарезать зелень в 5 раз быстрее, чем обычным ножом, так как в ножницах 5 лезвий. Это незаменимая вещь для любой кухни. А эта щетка изготовлена из полимерного материала и имеет с двух сторон пупырышки. Пупырышки удобно счищают тонкую кожуру с молодого картофеля, моркови и других овощей. Также щетку можно использовать для закрутки или открутки каких-нибудь банок, пузырьков и бутылок, так как она не скользит в руке, как тряпка. Нержавеющие палочки для чистки поверхности. Для очищения кастрюли от жира и нагара придуманы нержавеющие терки. Использовать их неудобно. Китайцы пришли на помощь и сделали палочки из нержавейки с держателем. Они также прекрасно справляются с загрязнениями, как привычные нам инструменты, но зато держать их в руке будет намного удобнее. Карманные весы. Те, кто часто ходит по рынку, будут признательны за такой подарок. Весы, которые с легкостью помещаются в кармане, прекрасным подарком для бабушки, которая иногда приторговывает на рынке овощами собственного огорода. Да и себе иметь подобное устройство тоже можно. С такими весами вас точно никогда не обманут. Портативный универсальный пульт. Хотя телевизорами сейчас пользуются не так часто, как компьютером, необходимость в них еще осталась. Универсальный пульт, выпущенный китайцами, обещает быть совместимым с любой моделью телевизора. Речь идет не только об импортных ТВ, но и об отечественных, во время производства которых о пульте даже не слышали. Устройство против комаров. Продавцы объясняют принцип работы данного устройства действием звуковых волн, которые убивают насекомых. Минус оборудования в том, что он требует особенного ухода. Его нельзя мыть мокрой тряпкой, например. А еще оно должно устанавливаться подальше от ковров и занавесок. Светодиодные гирлянды. Данная гирлянда представляет собой 10 последовательно соединенных светодиодов, вмонтированных в розочки. Бутоны роз могут быть разных цветов. Сделана она по типу гирлянд для новогодних елок, только стоит дешевле и выглядит получше. С нее можно составлять красивые букеты и украшать квартиру. Ну вот и все. Если вам понравилось, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал.